Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 4. Урок 15. Построй отрезки, симметричные данным относительно прямой L. Как правильно они построены, как это можно проверить. Посмотрим на первый рисунок. Дана прямая L. Дан отрезок AB. Как построить отрезок, симметричный данному? Относительно прямой мы должны перенести хотя бы две точки этого отрезка, чтобы получился отрезок, симметричный данному. Найдем начало отрезка. Он начинается в точке А. Перенесем точку А относительно прямой в точку D. Одна клетка до пересечения с прямой, одна клетка после пересечения. То есть точка А переместилась в точку D. Начало отрезка переместилось в начало отрезка DC. А теперь построим конец отрезка. Он находится на расстоянии трех клеток до прямой. Три клетки до прямой и три клетки после прямой. Мы построим конец отрезка. Он переместился в точку С. Соединим эти две точки и получим отрезок, симметричный данному относительно прямой L. Посмотрим на рисунок 2. Мы должны отрезок AB построить симметричный ему отрезок AC. Начало отрезка в точке А. Относительно прямой она совпадает с началом нового отрезка AC, так как точка А лежит на прямой L. А точку B переносим на три клетки вправо относительно прямой L. И мы построили новый отрезок симметричный AB, отрезок AC. Посмотрим на рисунок 3. Дана прямая L. Дан отрезок А, Б. Построим отрезок симметричный относительно прямой. То есть точку А мы переносим относительно прямой влево на две клетки, а точку Б относительно прямой мы переносим вправо на две клетки, на три клетки. Проведем этот отрезок. И мы получим отрезок, симметричный данному. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.